вы в пути в Минводы и захотелось домашней еды, нет проблем. Остановитесь у кафе «Анже», где вас встретят по высшему разряду и предложат разнообразную халяль-еду кавказской и дагестанской кухни. Хинкалы всех видов со свежим и сушеным мясом, домашней колбасой и индейкой. Все виды шашлыков и чудов. Для проведения мероприятия имеется большой зал на 200 человек и люкс-кабины на 4, 6, 8 и 12 человек. Летняя веранда, автостоянка, молельная комната, детская площадка и ухоженная территория. Мы находимся напротив поселка Бородыновка в лесном массиве по автодороге «Кавказ». Ты в пути? Набери номер 8 928 225 91 17. Кафе «Анже» – кусочек дома в минеральных водах. Добро пожаловать! Внимание! Что необходимо делать, если вы почувствовали запах газа? Природный газ не имеет запаха, но чтобы своевременно определить утечку, в него добавляют вещество с резким специфическим запахом, напоминающим запах тухлых яиц. При появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на приборах и на газовых трубах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, покинуть загазованное помещение, не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, вызвать аварийно-диспетчерскую газовую службу по телефону 04 из незагазованного места. Дождитесь прибытия аварийной бригады. Внимание! При обнаружении запаха газа в подвале, в подъезде, во дворе, на улице необходимо действовать следующим образом. Организовать проветривание помещения. Сообщить окружающим о мерах предосторожности. Постараться предотвратить включение-выключение электроосвещения, появление открытого огня и искры. Постараться удалить людей из загазованной среды. Сообщить в аварийно-диспетчерскую газовую службу по телефону 04 из незагазованного места. Дождитесь прибытия аварийной бригады. Телефон аварийно-диспетчерской газовой службы 04. Вот и завершился открытый турнир по мини-футболу, посвященный 95-летию героя Советского Союза, отважного пулеметчика Ханпаши Нурадилова, который стартовал 2 месяца назад и проходил несколько этапов в разных районах и городах нашей республики, где приняло участие 56 команд из городов и районов нашей республики и соседней чеченской, а это без малого 800 спортсменов. Финальная игра началась в 20:00 часов, в ходе которой определились победитель и призеры турнира, а также лучшие игроки команд.
Thank you.
«Джей-Рок Милана». We'll be right back.
Нашего турнира предоставляем слово первому заместителю министра по национальной политике и делам религии Республики Дагестан Давыдову Гаруну Абдусаламовичу. Под ваши аплодисменты. Уважаемые участники, уважаемые организаторы, во-первых, хотелось бы сказать, мы знаем Хампашу Нурадилова, наверное, все его знают, подвиги его, я не буду говорить об этом. Хочется всем такие мероприятия, чтобы побольше у нас были. Укрепление межнациональных, межрегиональных отношений между нашими республиками, Чеченской республикой, Дагестанской республикой Дагестан и другими регионами. Поэтому я хочу пожелать всем участникам, всем организаторам, всех вам благ, добра, счастья, здоровья, каждой семье, каждому спортсмену, каждому руководителю, организатору. Приказом Министерства по национальной политике и делам религии Республики Дагестан. Приказ от 09.09.2019 года за номером 135. В честь открытого турнира по мини-футболу, посвященный 95-летию Героя Советского Союза Нурадилова Хампашу, и за значительный вклад в укрепление межнационального, межконфессионального мира и согласия, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Дагестана. Наградить почетными грамотами Министерства по национальной политике и делам религии Республики Дагестан. Салава Жанбулата Шапиевича, главу муниципального образования Хасаюртовский район. Награждается Мусаев Гаджимурат Гаджиевич за значительный вклад в укрепление межнационального, межконфессионального мира и согласия, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Дагестана. Ахмедов Лечи Ибрагимович за значительный вклад в укрепление межнационального, межконфессионального мира и согласия, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Дагестана. Гамидов Рашид Гамидович за значительный вклад в укрепление межнационального, межконфессионального мира и согласия, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Дагестана. Министр Муслимов. Умаев Усман Исаевич за значительный вклад в укрепление межнационального, межконфессионального мира и согласия, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Дагестана. Министр.
Нурадило Ислам Ризванович за значительный вклад и укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и развитие культурного многообразия народов Дагестана. Министр мусульман. Слово предоставляется президенту спортивной федерации спортивной борьбы Республики Дагестан, двукратному чемпиону мира, двукратному чемпиону Европы, бронзовому призеру Олимпийских игр Сажиду Сажидову. Ассаламу алейкум. Я очень рад, что я здесь нахожусь среди спортсменов, можно сказать, среди людей. Здесь ведущий сказал о тех целях, которые были преследовали перед этим турниром. Я считаю, все эти цели достигнуты. Пример этот сегодня, вот те ребята, которые здесь находились, дали нам море эмоций. Те болельщики, те люди, которые здесь поддерживали их. Я хочу сказать слова благодарности тем людям, организаторам, которые много здесь сделали, вложили для того, чтобы создать, для того, чтобы делать. Дай вам Бог здоровья, терпения и дальнейшем развитии таких мероприятий и укреплять наши межнациональные отношения и дружбу наших народов. Всем удачи и спасибо еще раз. Также и от Министерства спорта во главе, отлично от министра спорта Магомеда Юсуповича, у нас есть маленькие подарки для тех людей, которые помогали этому турниру. Я думаю, если можно, зачитайте, я награжу этих людей. Начальник отдела по физической культуре и спорта и делам молодежи муниципального образования Хасавюртовский район Исаков Ахмед Исраилович. Награждается председатель комитета по физической культуре и спорту при региональном общественном фонде имени Хампаши Нурадилова Султаханов Залимхан Хамзатович. Награждаются главные судьи соревнований Гази Магомаев Ваха Мадаевич и Кадыров Мусраил Вахсултанович. За вклад в развитие физической культуры и спорта Республики Дагестан председатель любительской футбольной лиги «Войнах лиги» награждается Минаев Тагир. Голос «Войнах лиги». Представляется члену Общественной палаты Чеченской Республики, нашему дорогому брату Ахмедову Лечи Ибрагимовичу. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Во-первых, я бы хотел передать слова приветствия от председателя Общественной палаты Чеченской Республики Исмаила Султановича Делильханова и пожелать дальнейших успехов и развития региональному общественному фонду имени Героя Советского Союза Хампаши Нурадилова. Мне доверено передать благодарственные письма от Общественной палаты Чеченской Республики. Общественная палата Чеченской Республики награждает благодарственным письмом за активную гражданскую позицию и содействие в развитии институтов гражданского общества и в связи с 95-летием Героя Советского Союза Хампаши Нурадилова Хасбулатова Илмади Абдул Башировича. Адил Султанов Майрбек Тимир Султанович. Абакаров Руслан Магомедович. Спасибо тебе, Руслан. Зате Абель Кивель. Благодарю.
И, конечно же, в завершении я хочу сказать, что независимо от того, какое место заняли наши спортсмены, мы все победили, потому что мы сегодня развиваем дружбу. И те плоды дружбы, которые мы сегодня сеем, их гордостью будут пожинать наши потомки. Гордостью за то, что мы сегодня делаем, за то, что мы делаем в наших силах. И я и в Ерексу говорил, и сейчас буду говорить, что тем силам, тем недругам нашим, которые хотят разрушить союз между союз дружбы между народами Республики Дагестан и Чеченской Республики, пока есть такие лиги, пока есть такие люди, которые помогают спорту, пока есть такие мероприятия, у вас никогда ничего не получится. Иншаллах. Да здравствует Дагестан! Да здравствует Чеченская Республика! Да здравствует Кавказ! Аллаху Акбар! Спасибо, спасибо, благодарим Личи за то, что он так красиво рассказывает о дружбе народов Дагестана и Чеченской Республики. Ахмедов Личи Ибрагимович, друзья, давайте еще раз поаплодируем нашему дорогому брату из Чеченской Республики. Ну а теперь слово предоставляется начальнику отдела по физической культуре, спорта и делам молодежи муниципального образования Хасавюртовский район Исакову Ахмеду Исраиловичу. Ассаламу алейкум, участники, гости, представители и все присутствующие. Конечно, сегодня мы были свидетелями, как завершился у нас оригинальный турнир по мини-футболу памяти Героя Советского Союза Хампачуна Радзилова. Всех участников, всех гостей хочу приветствовать от имени главы муниципального образования Хасавюртовского района Салават Джамбулат Шапиевича и от себя лично. Пожелать вам всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы вот так, на таких площадках, чтобы могли встречаться, могли обмениваться. Сегодня было очень много накала, борьбы было, но тем не менее, эмоции остаются, но ваши отношения, которые цели и задачи ставили, отношения дружбы, чтобы сохранились до конца жизни. Занимайтесь спортом, агитируйте, участвуйте на всех мероприятиях и, конечно, пропагандируйте. Нам нужна здоровая молодежь. Еще раз вам удачи, всех благ. Конечно, мы хотим наградить за активное участие в общественной жизни района и большой вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения, участие в организации проведения спортивных мероприятий, награждается президент регионального общественного фонда имени Героя Советского Союза Хампачуна Радзилова Нурадилов Ислам Ризванович. Слово предоставляется руководителю исполкома общероссийской организации «Офицеры России» по городу Грозный Нанаеву Хасану. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум, сабусал бижри. Прежде всего, разрешите мне передать вам искренний салам маршалла от руководства и членов парламента Чеченской Республики, а также от руководства мэрии города Грозного, с кем мы, с Гайрханом Молой, тесно работаем в целях патриотического воспитания подрастающего поколения. А также разрешите мне передать вам огромный салам маршалла от воинов афганцев Чеченской Республики и от регионального отделения Общероссийского союза офицеров Чечни. Сегодняшнее мероприятие, которое вы здесь провели, имеет огромный общественный резонанс. Наш Хампаша был, есть и будет в наших сердцах. Аллаху Акбар! Ну а теперь, друзья, под ваши бурные аплодисменты слово предоставляется президенту регионального общественного фонда имени Героя Советского Союза Хампаши Нурадилова Нурадилову Исламу. Ассаламу алейкум. Рад вас приветствовать сегодня на церемонии награждения открытого турнира, посвященного 95-летию Хампаши Нурадилова. В первую очередь хотел сказать,
Огромное спасибо всем спортсменам, болельщикам за то, что поддерживали команды, судьям за их профессионализм, спонсорам турнира и гостям турнира за то, что не остались в стороне и откликнулись на нашу инициативу. Спасибо вам огромное. Я думаю, что в этом турнире нету проигравших. Есть только победители, так как основной целью данного турнира было укрепление межрегиональных, межнациональных отношений. Я уверен, что вот эту цель мы вместе с вами, со всеми достигли. Еще раз огромное спасибо всем. Команда «Даймок-2» третье место на Кубке Героя 2019. Всей командой просим вас получить свои награды. От наших уважаемых гостей. Друзья, давайте поаплодируем команде «Даймок-2». Так, медали можно сразу на шею, да, вот так красиво. Кубка Героя приглашается команда «Казбек», Нажа-Юртовский район, Чеченская Республика. Ваши аплодисменты, друзья, команде, которая в финале в красивой борьбе уступила команде, которая заняла первое место. Чемпионы! Чемпионы турнира под названием «Кубок Героя». В этом турнире, друзья, принимало участие 56 команд с Республики Дагестан, с Чеченской Республики, со всех уголков этих двух прекрасных братских республик. Но чемпионами стали команда «Акташаух», чемпионы турнира. Под бурные аплодисменты, друзья, получают они свои награды. Золотые медали, памятные дипломы. Так, Амзат, да, сразу становитесь всей командой для получения кубка. Вот, в середину. Главным призом, кубком, приглашается Сажид Сажидов. Получает кубок легендарный Зайнадли Юсупов. Кубок Героя имени Хамбажи Нарадилова. Ваши бурные аплодисменты. Мы от души поздравляем победителей и призеров турнира. Желаем им дальнейших успехов в спорте. Вы в пути в Минводы и захотелось домашней еды? Нет проблем. Остановитесь у кафе «Анже», где вас встретят по высшему разряду и предложат разнообразную халяль-еду кавказской и дагестанской кухни. Хинкалы всех видов со свежим и сушеным мясом, домашней колбасой и индейкой. Все виды шашлыков и чудо. Для проведения мероприятий имеется большой зал на 200 человек. И люкс-кабины на 4, 6, 8 и 12 человек. Летняя веранда, автостоянка, молельная комната, детская площадка и ухоженная территория. Мы находимся напротив поселка Бородыновка в лесном массиве по автодороге «Кавказ». Ты в пути? Набери номер 8-928-225-91-17. Кафе «Анже», кусочек дома в минеральных водах. Добро пожаловать! Thank you.